Это Momotaro Gold. Это томат японской селекции. Сегодня Япония является не только лидером в производстве автомобилей, электроники. Сегодня в Японии очень интересные селекционные программы, в том числе селекционные программы по овощам. И японцы особое внимание уделяют вкусовым качествам. Они взяли томаты, которые выращиваются в Японии уже не одно столетие, и превратили эти сортовые томаты в гибриды. При этом они сохранили потрясающий вкус и придали этим гибридам невероятную устойчивость к болезням, вредителям, жаре, холоду, засухе, переувлажнению, и получили что-то невероятное. Томат Momotaro Gold обладает исключительной жизнестойкостью. Он обладает очень хорошими ростовыми качествами. Причем у этого томата, для этого томата характерны очень короткие междоузлия. Поэтому этот томат, он очень хорошо использует небольшие объемы теплиц. Урожайность колоссальная. Размер плодов может достигать 300-400 граммов, хотя обычно томаты у Momotaro Gold имеют массу 150-170 граммов. Ну и окраска. Вы посмотрите, какая яркая, желто-оранжевая окраска. Причем внутри Momotaro Gold он такой же яркий, как и снаружи. Посмотрите, это типичный биф-томат. Как мало здесь семян, как много здесь мякоти. И самое, что здесь главное, это вкус. А, посмотрите, какая долечка. А, ну, вы знаете, это не просто вкусно. Это, вы знаете, я даже не нахожу слов, как описать вкус этого томата. Ну, так чувствуется, что это вроде бы томат. Но ничего подобного, вот я, занимаясь томатами много лет, еще не пробовал. Потрясающее сочетание кислот, сахаров, очень интересные нотки во вкусе. Это нотки тропических фруктов. Ну и опять же, вот эта вот окраска говорит о том, что в томате Momotaro Gold очень много бета-каротина. Ну действительно, вот это не японцы. Они создали не просто сорт, они создали нечто большее.